Вы знаете, многие женщины сегодня выбирают для себя комбинезоны. И это отлично, потому что комбинезон – это современная деталь. И в 2016 году многие дизайнеры, известные, мировые, именно включают комбинезон в свою коллекцию. Наступила весна и лето. Многие женщины, готовясь к праздничным мероприятиям, им уже наскучили длинные платья, поэтому я предлагаю вам альтернативу. Стильный комбинезон Лили. И у нас для вас 5 цветов на выбор. Свой цвет я уже выбрала. Яркий синий. Света, настолько смотрится эффектно, но и опять же, о многом говорит то, что наш стилист выбирает именно модель комбинезон Лили. Если вы хотите также быть стильной, стройной и эффектной, заказывайте. Ну а мы возвращаемся вновь в нашу студию, чтобы предъявить все цвета. Ну что ж, яркий оранжевый цвет. Я, кстати, знаю, что наша Оля Мокшина обожает оттенки счастья. Это оранжевый оттенок. Тебе, Оля, безумно идет этот цвет. Мне очень нравится сочетание с таким кремовым оттенком кружева, на фоне которого распускаются оранжевые цветы. Если вы предпочитаете теплые оттенки, как и я, возьмите вот этот цвет. Оранжевый цвет, комбинезон Лили. Давайте посмотрим на остальные цвета. Ну что ж, если вы любите классические цвета и предпочитаете черный цвет, то, конечно же, всегда в нашей коллекции присутствуют эти нотки. 80% наших женщин выбирают черный. И правильно делают. Выглядеть стройнее хочется каждой. Но если вы хотите яркие оттенки, присмотритесь к еще вариантам. Ну что ж, оттенки сирени, лавандовая, фиолетовая гамма – это однозначно для творческих натур. Вот это да! Ну и, конечно, опять напоминаем про цвет, который выбрала Светлана. Этот цвет называется яркий синий. И давайте посмотрим еще на один оттенок. Жемчужный оттенок, черный жемчуг. На самом деле это графитовый серый цвет. Ну и пришло время посмотреть сейчас на наш подиум. Какой цвет выбрали для себя наши модели. Вот это да! Мы приглашаем вас на подиум. И представьте, что это вы примерили комбинезон Лили. Как смотрится восхитительно. Давайте обратим внимание на то, что комбинезон можно носить в повседневной жизни с балетом, с удобными сандалиями. А вот Ирина выбирает сегодня каблучки. Комбинезон Лили. Итак, 48 размер. Ирина выбирает свой размер. Свободный верх, V-образный вырез горловины. Мне очень нравится, что этот элемент с запахом, благодаря которому вы можете регулировать посадку. Мне очень нравится то, что верх изделия соединен с брюками при помощи эластичной ленты. Благодаря эластичной ленте вы можете регулировать посадку. Ирочка, я попрошу тебя это продемонстрировать. Давайте посмотрим на наши модели. Итак, если ваш рост меньше, чем рост Ирины, а ее рост 1,77 м, то я рекомендую вам приподнять эластичную ленту. Таким образом, вы освобождаете свой верх, прячете животик, и зона бюста становится более аккуратной. Наши брюки становятся гораздо короче. Ну а Лали выбирает сегодня свободный вариант комбинезона Лили в серой гамме. Вот это да! Получается, что наш комбинезон Лили еще и трансформируется. Захотели сделать напуск, спрятать животик, бока, раз, и приподняли эластичную ленту. А если вы хотите сделать максимально длинным ваш комбинезон, просто опустили на полную длину. Но серый цвет как смотрится все-таки богато. Действительно, Лали выбирает более повседневный образ в сочетании с удобными балетками. Ну, а я бы хотела сказать еще, дорогие друзья, о том, что у нас произошел прорыв, и наша размерная линейка от 44 до 70. Поэтому сейчас мы выбираем свой размер. Ты знаешь, Оль, выбирая размер, очень хочется обратить внимание, что зона верха свободна. Поэтому, милые женщины, мы можем выбрать комбинезон своего размера, и у нас остается место. Я вам сразу хочу сказать, что это свобода. Ткань дышит, это вискоза. Плюс сочетание с кружевом. Это и нарядно, и благородно, учитывая то, что кружево в данном случае как богатый аксессуар. Ой, смотрится просто очень эффектно. И так тонко, и так нежно. Но ты знаешь, я хочу отметить. Я всегда очень серьезно отношусь к качеству. И отмечу, что этот комбинезон, помимо того, что красивый, сильный и эффектный, еще и качественный. Вот кружево мы сказали, да, но оно такое мягкое на ощупь, и это важно. Кстати, Оля, кружево, женщины иногда бывают озадачены, считая ошибочно, что это капризный материал. Давайте посмотрим, сейчас вместе с вами потянем это кружево и обратим внимание на то, что совершенно не лопается. Очень плотное соединение. Вообще, если вы обратите внимание, то у нас получается эффект наслоения этих нитей, получается такой кружевной рисунок. И благодаря тому, что нить перекручивается несколько раз, кружево выглядит очень прочным.
Ой, да столько эффектно, просто смотрится настолько необычно и здорово, что я засмотрелась. Но вы заметили, что у нас на оранжевом цвете вот такой нежный бежевый оттенок кружева, да? А остальные цвета у нас украшены любимым черным кружевом. Ну, а я хочу заметить еще то, что сказано про размеры для богатых форм. Обратите внимание сейчас. Итак, от кружева переходим к эластичной вставке в зоне бюста. Милая женщина, если у вас богатый верх, посмотрите, за счет чего наш комбинезон подстроится под ваши параметры. Итак, выворачивая изделие на изнаночную сторону, мы демонстрируем вам, что не только трикотажно-вискозное полотно тянется, а еще и бортовая зона, которая идет по всему периметру. Внутри у нас специальные эластичные нити, которые одновременно фиксируют ткань на зоне ворота. Он никогда не вытянется и в то же время подстраиваются под ваши формы. Вот это да! Но я уже обратила внимание, что здесь у нас есть кнопочка. Да, действительно, да. Это замочек, это металлическая фурнитура. И благодаря этой застежке вы фиксируете V-образный вырез за пахом на своих формах. То есть ничего не откроется, можно не волноваться, все будет смотреться эффектно, благородно и, конечно, стильно. Будьте стильными в комбинезоне Лили. 2999 рублей. Это стоимость комбинезона, не топика, не маечки. Чувствуете разницу? Начните свою покупку именно с комбинезона Лили. 1700 сэкономили и получили стильный комбинезон. И до 70-го размера. Кстати, очень редко в магазинах бывают модные вещи больших размеров. Ну что ж, Оля, выбирая современные ткани с эластаном, сразу хочется заметить. Ткань не только приятна по тактильным ощущениям, но она еще и прочная. И самый главный момент. Она практически не мнется. Это очень важно при носке изделия, чтобы вы выглядели всегда на высоте. Впереди выпускные балы. Милые мамы, педагоги. Прекрасная альтернатива платью Макси. Вечернему ансамблю. Я рекомендую сегодня настоятельно вам обратить внимание на комбинезон Лили.